Здравствуйте, мои дорогие! Сегодня с вами Марина из Мельбурна. Сегодня у нас 21 апреля, и сегодня в Австралии Anzac Day. Что такое Anzac Day? Марк сейчас вам коротко расскажет. Я лишь скажу сейчас вам на русском в двух словах. Это день памяти солдат, людей, которые погибли, защищая Австралию и Новую Зеландию. Поэтому и называется Anzac, Австралия и Новая Зеландия Day. What happens is they always have the last post. Well, it's a general that plays a bugle. After that's done, there's always a minute's silence. Out of due respect, most of the shopping centres are closed in the morning, and they open after lunch once the parade is complete or finished. And a lot of people go back to the people that were in the service that are still alive, or even generally everybody always goes back to an RSL, and then the rest of the day they celebrate. What that mean, RSL? Return Servicemen's League. It's a Could club. Say it again Return slowly. Servicemen's League. Mm-hmm. Это клуб, который называют, которым люди собираются, пьют кофе, кушают. Туда может любой зайти, любой может быть членом. Everyone can be member. Yeah. У нас такое есть членство, мы ходим иногда, кушаем, и в определенную минуту включается music, how you say, the silent. One minute song. Одна минута, то есть все встают, и тишина, и все слушают. Даже когда я бываю в бассейне, все прекращается, какие бы занятия ни были, и тренировки, и одна минута молчания, и люди помнят. В заключение про Anzac Day хочу сказать, это память, которая живет в сердцах людей, которая передается из поколения в поколение. Это праздник наподобие 9 мая, который мы празднуем в России каждый год. Возлагаем венки, парад и все то, о чем вы знаете, происходит в России. Вот наподобие такой праздник в Австралии, который, еще раз говорю, называется Anzac Day. Как мы уже сказали, сегодня мы дома, мы привозим сюда маму с ночевкой и будем готовить домашнюю еду. Что мы сегодня готовим? Сегодня мы готовим roast lamb. Это ножка баранины, которую мы будем запекать в духовке с овощами. It's 2.5 kilograms. 2.5 килограмма, и это стоит... Is it $20? $20, $8 a kilo. $8 за килограмм, $20 мы заплатили вот за эту ногу. Она с косточкой, вот я выну это из упаковки. Что мы еще нужно? Еще нам нужен розмарин, как мы говорим в России. Это Марк пошел в огород и нарезал розмарин. Нам нужен чеснок, мы будем пользоваться lamb herbs, сухие травы, сухие приправы для лэма. Я обычно делаю разные приправы, сегодня вот мы решили сделать такие, и, конечно, перец. Сейчас я выну это мясо из упаковочки. Продолжаем чистить чеснок. I think that's enough garlic, though. That's plenty. That's wrong to say. But no, I just think that's a lot. See? Yeah, well, видите, девочки, you can see, girls, how we talk. Well, if I say yes, Max say no. If yeah. I said white, Yin and Yang. Opposites. Max say. Yin and Yang. Opposites attract. Yes, that's a video about the mentality. See, mentality. No. This is our mentality. It's called opposites attract. Видите? Я говорю нет, а он говорит, да? Ну вот, как хотите, так и называйте. Нам чеснок еще поближе покажет. Too much. Видите? Too much. Ну вот, чесночок почищен, баранинка готова для того, чтобы ее... That's your favorite. The bone. Yes. Баранинка готова, чтобы ее фаршировать. Я это делаю так. Я делаю надрезы. И в надрезы вставляю чеснок и розмарин. Вот таким образом. Упс. Вот так, зубчик чеснока.
и розмарин. Зубчик чеснока. Rosemary, then. И розмарин. Garlic and then rosemary. Зубчик чеснока. Зубчик, what? И розмарин. Зубчик, that means. Зубчик. Yeah. What? Garlic. Зубчик, that means one clove. One clove. 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 Yeah. Одна долька. На дольке. Долька. Долька. Доли. Доли. Ка. Ка. Долька. Один зубчик. Марку, наверное, слово понравилось. Зубчик. Do you like good зубчик, да? Mm, like дурак. He's pulling my video. Oh, that's a crazy. Лилович дурак. That's right. Gotta get back, back. Так, теперь я хочу... Lamb herbs. Все слышали? That's plenty done. И перец. The one side. С другой стороны. Сейчас немножко вот здесь. И перчик. Конечно, перчик. Ну вот. Done. Так, так мы замариновали. И потом он пойдет в духовку, я вам покажу. And I'll put that in the oven for 3 hours at 180 degrees, slow cook lamb. Then I'll, Mum's gonna peel the potatoes when she gets here, Grandma. And I'll put the potatoes and the pumpkin on the barbecue to roast. There you go. Good. Okay, bye. Bye. Baste the top of it so it doesn't get dry. How much degrees is your oven? At the moment it's 150. I'm doing a slow cook on the lamb. How long it will take to cook? 3 hours, slow cooked. We're probably 2 hours into cooking this. Okay. Also, check the temperature. Zoom if you have to. Okay. Okay, now the potatoes are in the ready, tray. Are they peeled? Peeled and ready. Короче, они почистили эту картошку, положили вот на. And the pumpkin is it... just in the water, just waiting for the after the potatoes are put in, because the potatoes take longer to cook. Then I put the pumpkin in secondary. Okay, thank you. Марк жарит картошку, эти pumpkin вот на улице, на барбекю он решил сделать, вот так все кипит, вот так все жарится. Мясо готово, картошка готова, pumpkin готов. Это немножко, это называется beans, типа наподобие фасоли. Вот такое у нас получилось красивое мясо. Сейчас я его порежу, и мы будем ужинать. И еще у нас готовится грейви. Грейви – это подливка по-австралийски. Они любят так, они разводят порошок. Nice. Вот такой вот порошок. Perfect. Good? Да? Yeah. I think so. Yeah. Cook right through, moist. Молодец. В общем, вот этот лэмб сейчас мы поедим. Еще мы, конечно, это все не съедим. Это у нас останется еще на завтра. И сейчас Макса мы накормим. Perfect. Он, конечно, подождет. Но он уже бедненький, ходит глазками. Show Max's eyes. He's behind Where the floor. Where is he? Sit. Sit. No, sit. Not too much cooked it. Yeah, that's enough. But the rest... Oh, beautiful. Mulligates. Okay, turn off your gravy, though. No, I'm going to. Okay.